видосиков лепи, комментарий напиши и подписку жми. А в ответ привет лови. Станет нас 3 миллиона. Три лимона, три лимона, желтеньких лимона, мяу, мяу, миллиона, мяу. Приветик, конфетик. Это моя белоснежная спальня. И сейчас 7 утра. Я белая улиточка Хатина Мэри. И мне 4 годика. Я уже взрослая. В прошлый раз мой друг Гэри, вот этот, что спит рядом со мной, снял видео про свое утро. И я решила, пока все остальные питомцы на каникулах, снять видео про мое утро, но еще и в белом цвете, потому что это мой любимый цвет. Все питомцы, песики и киса Алиса, уже сняли такое видео. Они, кстати, сейчас с Аней на каникулах, я уже говорила, да? И на нашем общем семейном канале Magic Family, между прочим, выходят оттуда влоги. Недавно вот вышел новый, где они вместе побывали на море, а катаясь на корабле, увидели дельфинов. Я такого никогда не видела, поэтому потом тоже схожу посмотрю. И ты сходи, я ссылку тебе оставлю в описании. Поставь, пожалуйста, там лайк и напиши комментарий. Мне кажется, ребятам будет приятно. Ну, и мне тоже. У меня все белое. Красивая спальня и даже подушечка белая в виде облачка. И даже белое одеялко. И когда я просыпаюсь, я, конечно же, как и все, ползу в туалет. Там меня ждет моя белая туалетная бумага и даже белый освежитель воздуха. Как настоящая принцесса, конечно же, я как цветами, а писью нектаром. Но, несмотря на все это, правила гигиены, которым учила меня моя улитка-мама, я соблюдаю. И вытираюсь белой туалетной бумажкой. И, конечно же, несмотря на то, что мой запах безумно приятный, хотя не любые цветы пахнут вкусно, я все же пользуюсь освежителем воздуха после того, как схожу в туалет. Затем я ползу в ванну. Ванна у меня тоже вся белая. И все в ванне у меня тоже белое. И я начинаю свои утренние гигиенические процедуры. Напишите, кстати, в комментариях, что вы делаете по утрам в ванне. Вот, например, Гэри просто принимает душ и чистит зубы. А я люблю с утра, как настоящая девочка, принять ванну. Сделать себе спа. Поэтому провожу в ванне я утром очень много времени. В общем, лежу я, значит, отмокаю. Очень мне нравится мое белоснежное джакузи. А потом, навалявшись в водичке, первым делом я очищу зубки своей белой зубной щеточкой. По-моему, Гэри вам рассказывал, что у улиток очень много зубов. И пока все почистишь, времени пройдет тоже очень много. Потом я натираюсь вся своей белоснежной мочалочкой. Отмываю свой панцирь хорошенько. Потом делаю другие процедуры настоящих королев. Хотя по возрасту я, наверное, еще пока что принцесса. В общем, у меня есть белоснежная красивая шкатулочка, в которой хранится вся моя косметика. В том числе увлажняющие и омолаживающие масочки, патчи и все такое. Куда без этого? Я делаю увлажняющую масочку для себя и для своего панциря. А также у меня есть специальное устройство, которым я массирую свое прекрасное безупречное тело. После того, как я закончила все процедуры, доделываю массаж и ползу за своим белым махровым полотенчиком. Желательно мягеньким, потому что я, как настоящая девочка, очень нежная. Между прочим, дизайн в своем белом доме я делала сама. После своего спа я заворачиваюсь в белое полотенчико и какое-то время так сижу. Кожа просвежилась, панцирь чистый. И как все настоящие культурные девочки, я использую дезодорант. Конечно же, пахну я и так прекрасно, и потею тоже цветочным нектаром. Но не все мальчики это поймут. В отличие от Гэри, который простенько умылся и сразу пополз кушать, набивать свой живот, я иду в солярий. Да, в моем белоснежном прекрасном доме у меня есть свой личный белый солярий. Я включаю в нем свет и загораю. Как вы видите, у меня белый панцирь. И бывают такие улитки, у которых тело тоже белое. И вообще, наверное, когда я родилась, у меня тоже было белое тело. Но если честно, я не помню. Может быть, просто потому, что я с самого детства загораю в своем солярии. И поэтому у меня уже нисходящий загар. Я стала коричневая, и такой осталась навсегда. Ну, это я так хочу думать, и я в это верю. Но, скорее всего, это не так. Какое-то время я провожу в солярии, заряжаясь ультрафиолетом, солнечными витаминками, так как на улице я практически не бываю. Только когда Аня меня вынесет на травку. Но говорят нам, улиткам и хатинам, которые домашние, это вредно.
вредно гулять на улице, мало ли что там. Какие-нибудь бактерии, какая-нибудь зараза в фе. В общем, после этого я иду в свою гардеробную. Она у меня тоже белая, и там у меня красивое зеркало, в которое я могу собой полюбоваться. Также у меня в моей гардеробной шкаф с моими одежками. Какая же я красивая! Мэри самая красивая! Сейчас покажу вам свой любимый белый топ с красным сердечком. Одежда у меня вся тоже белая, потому что, как вы уже знаете, мой любимый цвет белый, ну вы поняли. По-моему, неплохо смотрится. Но дома я обычно ничего не ношу. Легкость – залог каждой любящей себя девочки. И в отличие от Гэри, завтракаю я тоже очень красиво и полезно, как настоящая принцесса. Я накрываю себе шикарный стол. Шикарной девушке все шикарное. И ем мне непонятно что, а натуральный белок. У меня все красиво украшено, и между прочим, этот дизайн я тоже подбирала сама. Да, я очень люблю, чтобы все выглядело эстетично. А свежие цветы за завтраком придают нежной атмосферы моему утру. И не подумайте, что я питаюсь какими-то сухими завтраками. Вся моя посуда белая, столик белый, стул белый, и даже ложечка у меня тоже белая. Это не сухой завтрак, это кальций. Ну, если честно, я не очень разбираюсь, но это точно что-то полезное и самое главное вкусное. И, конечно же, вместо всяких непонятных напитков я предпочитаю чистейшую воду. Вода – это самый полезный напиток для всех живых существ на Земле. Послушайте, Мэри, возьмите себе на заметку. Перестаньте пить на завтрак что-то, кроме воды. Кушаю я на самом деле не так уж и много. И в отличие от Гэри, который съедает кучу всего и ест очень долго, я завтракаю совсем недолго. То есть я стараюсь, конечно, тщательно все пережевывать, потому что жевать очень полезно. Я ведь забочусь о своем здоровье, я хочу прожить много лет, оставаться красивой и здоровой. Но в целом ем я мало. Ну и вообще, какая принцесса обжирается на завтрак? После того, как я слегка перекусила, я запиваю все это свежей чистой водичкой. И так как все-таки я улитка, я, конечно, могу немножко насвинячить. У меня же нет рук и ног, как у людей. Даже собакам и кошкам проще, потому что я это сплошная мышца. Но я настоящая девочка, настоящая принцесса, и поэтому я обязательно за собой всегда убираю. У меня тоже для этого, так как это мое утро в одном цвете, а мой цвет любимый белый, есть для этого специальный белый пылесос. Я все за собой убираю, и только тогда я отправляюсь заниматься своими важными делами. Чем же еще я занимаюсь утром после того, как проснулась, покушала, привела себя в порядок и прибралась? Я, конечно же, делаю зарядку, включаю классную музыку и занимаюсь. А потом я обязательно делаю селфи, снимаю видео и выкладываю фотки в свой инстаграм. Если вам понравилось мое видео и вы хотите, чтобы я сняла 24 часа в одном цвете, то ставьте лайк и пишите комментарий. А теперь вместе со мной идите смотреть новый ролик на Magic Family. Влог из Мега Magic путешествия.